Всех приветствую на своем канале. Сегодня я бы хотела обсудить некоторые вопросы. Начну, пожалуй, с того вопроса, который волнует, наверное, да никого не волнует, потому что, я думаю, уже никто не следит за моим каналом. Почему видео стали очень редко выходить? Вы заметили, что мой актив упал? Так вот, это связано с тем, что у меня просто нет идей для видео. И в Инстаграме у меня активность упала, и в ТикТоке. Я не думаю, что кто-то за этим следит. Я не знаю, что мне делать с этим. Хотя, с одной стороны, мне вроде хочется рисовать почаще для вас какие-нибудь мемы, например. Но я просто не могу сесть и взяться за это. Извините уж. Но это не значит, что я не рисую вообще. Я рисую и достаточно много рисую. Но я просто не выкладываю это и не постю, потому что думаю, это мало кому будет интересно. А в основном я рисую в традишке, и как бы моя аудитория уже привыкла к тому, что я рисую в диджи обычный, поэтому я не думаю, что собираюсь выкладывать свои арты в инсту. Я, конечно, благодарен тем людям, которые на меня подписаны. Мне действительно важно, что вам интересно мое творчество. Но я столько лет нахожусь на ютубе, и за такое время можно было бы собрать аудиторию и побольше. Я не жалуюсь на подписчиков, я жалуюсь на рекомендации ютуба скорее, потому что он не продвигает меня, и поэтому я не знаю, что делать. И я хочу переименовать свой канал, но это есть несколько причин. Ну, во-первых, то, что Локи сейчас это не мой основной персонаж, в смысле, это не тот персонаж, с которым я могу ассоциировать себя. Но это не значит, что Локи больше не появится на моем канале, она продолжает оставаться моим персонажем. Но помимо Локи, у меня есть еще куча персов, про которых мне бы хотелось рассказать вам. И я думаю, что когда-нибудь это сделаю. И что я еще хотела сказать, это не значит, что видео будет выходить чаще. Я просто хотела высказаться на эту тему и наконец-то смог собраться с мыслями и подобрать нужные слова. Спасибо, что выслушали мою болтовню. Желаю вам удачи и всего наилучшего.